Всем привет, это новая серия. И сегодня у нас будет проходить IDC, первый этап. Подписчики на месте, все вот участники. Сегодня у нас 16 человек, я на рации, клипы нарисованы. У нас сегодня будет еще автозвук, палатка для судей. В общем, все на уровне. Паха на чили. Паха тоже участник. Я, честно, уже заебался. Знаете, я так хочу поехать. Сейчас поедешь. Ворваться в этот топ-8. В этот топ-8 и там победить, да? Блядь, силовики есть достойные, я пока с ними... Паха на 110-ке, это тот самый 110-ке, который я делаю. Игореха, еще один Игореха. Сема на 2GZ на Чайзере. Олег на АЕшке. Сильвия, Сереге. Нищеброды на Атме, Саня. Пацаны с Находки. Денисевич на Альтезе. И Шериф. И еще поедет Серега Рогачев. Мы сейчас его ждем и начинаем брифинг. Это первый этап IDC летнего. Переводится как Illegal Drift Cup. Надеюсь, мы еще проведем. Это был такой, скажем, между собойчик. 16 человек собралось. Без афиш, без всякого такого. Надеюсь, все пройдет успешно. И следующий этап можно будет уже делать с афишей. На улице так жарко, что народ ходит, некоторые без футболок. Некоторые на чили. На пивке, да. Первый едет везде максимально широко и просто не пытается съебаться. Кто первый будет просто пытаться съебаться, по-любому проебет. Короче, уже пошла суета, сейчас будет тренировка. Все выезжают со стартовой зоны. Сейчас будем давать старты. Ну что, у нас прошел этап, я сгорел к чертям собачьим. Серега у нас сегодня участвовал, катался на чармху. Серый, как вообще впечатление от заезда? Просто так это, типа. Попал в топ-8 и проиграл в топ-8, проиграл по своей ошибке. Что вообще скажешь от мероприятия? Нет, в целом? Нет, топ-8 я сначала победил, потом проиграл. Короче, ну, две жизни было. Просто так, как я, типа, залетел. За 30 минут. За 30 минут решил поехать, ну такое. Ну вообще можно доездить. Еще резины хорошо осталось, слушай. Да. Я, блядь, стресс спустил. А я думал, вообще уже нету. Просто пацаны жаловались, резины не хватает, резины не хватает, все хватает, да? Серега не тренировался, потому что уебался на третьей. На третьей тренировке. В общем, все уже разобрали, все мусорки отвезли. Этап прошел. Игореха, он что-то плохо ему, он весь сгорел. Хотя мы сегодня целый день были под солнцем. Игореха сильно, да, сгорел? Надо по-любому покупать пантенол. Во Владивостоке держится аномальная жара, вчера был этап, провели все отлично, зрителей было немного, потому что все уехали на моря. Я снимал мало, потому что был в судейской и был за организатора, очень много всяких моментов, не успеваешь камеру достать. Сегодня едем на тренировку, Чайзера уже переобул, поставил назад хайду, в принципе она держит нормально, но там есть один косячок, сейчас его покажу. Так как я не вырезал крылья, вот такой вот порез случился. На морду я купил чармху CH1 225-40. Попробуем его, как он спереди держит. Сзади отлично все работает. Еще купил себе новый подкатной домкрат. Большой уже, который подкатил, поднял два раза, и машина висит. То маленьким, конечно, неудобно в гараже работать. Но вот раскошелился, стоит такой 13 тысяч. Как обычно, ехал на заправку, попал в яму, и вот трасса лежит здесь. Отломала прям под самый фланец. В общем, я принял решение пару раз дать, решил снять капот, чтобы ничего не загорелось, а если загорится, то чтобы можно было его быстро потушить. Ну, в общем, вот я мою голову. Такая она грязная. Вот это вот все грязь, какой-то налет. Все это моется чистым бензином, и вот такая вот грязь смывается. Вот, пожалуйста, помыли голову, называется. Второй раз, когда перемыли.
В общем, голову я начинаю потихонечку собирать. Закрылся в гараже от пыли, на улице жара. Маслосъемные колпачки уже стоят. Осталось отмыть пружинки и клапана. И все это собрать. И можно будет прикручивать голову на блок. У меня сегодня продолжение сборки головы. Сейчас отмываю каждый пятак. Вчера уже все отмыл, поставил, осталось только вот стаканчики поставить. Стаканчики отмываю, потому что вот тут внутри есть немножко стружки. На камере вряд ли будет видно, ну, поверьте на слово. В общем, стаканчики тоже пришлось отмывать. Голова собрана. Что хочется сказать по работе ребят на тёщином языке в городе Владивостоке. Ребята со своей задачей справились, но не на 100%. Клапана притерты, зазоры сделаны не по мануалу, то есть точились не пятаками, а торцевались клапана, что делать, наверное, не стоит. А дальше по поводу отмытой головы. Она сначала не отмывалась, второй раз, когда я ее привез, они ее как бы помыли. Но я приложу сторис, в которых я мыл эту голову просто бензином, и с нее стекала куча грязи. Я мыл, прям песок был. Все это вымыл. Также пришлось мыть пружинки, потому что на них мелкий абразив был. Еще они закоцали постели. Тоже в историю приложу. Здесь просто сейчас уже все смазано, ничего не видно будет. Расскажите мне, пожалуйста, в сервисе, где занимается ремонтом головок, при рассухаривании вот такие вот зазубрины оставлять на постелях распредвалов. Нормальная тема вообще, нет? Как считаете? Я считаю, что это плохо. Вывод такой. Нужно было делать все самому, не отдавать голову в сервис, где мне по итогу сделали плохо. И отдал я за это 9000 рублей. В итоге сам все разобрал, сам все помыл, поменял маслосъемные колпачки. Сейчас поставлю валы, покатаюсь на машине и придется делать опять зазоры, притирать пятаки. Установил уже новую прокладку вот на голову. Сейчас ее обезжирю голову и буду ставить перекручивать. Все, голова протянута в два прохода по 180 градусов. Все метки совпали. Сейчас еще проверю динамиком, чтобы никакой болт не расслаблен был. Ну и вроде все. Можно накидывать впуск, распредвалы, ГРМ. Сейчас, наверное, займусь этим делом. Мотор готов. Все собрал. Осталось только впуск и выпуск собрать. По выпуску проблем никаких нету. Завтра соберу. По впуску есть вопрос. У меня новые форсы и маслопроставку я еще не отмыл от стружки. В общем, надо будет им завтра заняться. Решить еще момент с поддоном. Завтра уже буду собирать все остальное. Мотор собран, коробка прикручена, сцепление дефектовано. Коробку в этом сезоне не стал разбирать. В принципе, она работала, с ней все ок. Только поставил подушку стоковую. Мотор полностью готов. Форсунки тоже поставил. Сейчас буду туда кидать мотор. И потом обвязывать уже всякие мелочи доделывать. Так, ну что, мотор мы поставили. Шубу я купил фирмы BST Flex. Турбина у меня в этом сезоне с полированной клетчаткой. Все та же 30-ка китайская ГТ на втулке. В этом сезоне у меня будут тысячные форсунки Bosch, они уже стоят. И еще момент в том, что у меня будет стоять сотый поддон и противоотливные пластины Tomei. Они уже стоят, поддон тоже уже стоит. Сейчас я не покажу, вот тут я проваривал балку и, в общем, расстояния чуть-чуть не хватило. Можно видеть, что расстояния нет, надо было еще балку прорезать. В связи с этим будем загибать поддон, кататься так, а в следующем сезоне уже будем что-то решать. По мотору мне осталось его подключить топливный регулятор. И самое главное, это уложить косу. Вот проводка на катушке у меня уже уложена, а основная коса нет. Для этого я все купил, здесь вот полностью все, что нужно. Но займусь Альтезой я чуть позже, сейчас покажу почему. А причина, по которой Альтеза пока что стоит и ждет своего времени, это вот эта машина. Это Марк 90, который я делал Ильюхе на расширении Rocket Bunny. Что я делал конкретно по этой машине, это вырезал арки под большие колеса. Устанавливал ходовку регулируемую, вот сзади видно, стоит. И, в принципе, больше ничего с ней не делал. В общем, это теперь моя машина, и эта машина готовится на продажу. Здесь нужно перетереть шпаклевку местами, которую наложили. Это 90-й Марк на 154-й коробке. Переваренные у него пороги. ТТ-шный мотор стоит. Полуковш, руль. Илюха дал его в малярку после меня. В малярке на него забили хрен. Нифига не сделали. И в итоге вот он у меня. Сейчас я его сделаю, открашу и буду продавать. По технике, в принципе, он нормальный. Единственное, что нужно поменять диск сцепления. Но не знаю, буду я этим заниматься или нет. Расширения, в принципе, все целые, их только в черный цвет покрасить. Диски у меня уже на него есть. В целом, 90-ик неплохой, просто нужно было немножко дать ему ума.
По чайзеру ситуация такая. В общем, я решил поменять сцепление, ну и типа заодно продать коробку и поставить Серегину, которую он мне предлагал. В общем, разобрали мы Серегину коробку, и там есть поломка. Чтобы ее устранить, нужно время. Поэтому сегодня я снимаю коробку с чайзера, оставляю его на стоянке и коробку отдаю клиенту. Потом мы все это собираем и ставим коробку на чайзера с новым сцеплением. И еще хорошие новости. После первого этапа проведения на Змеинке нас забородили. Ну, сами знаете кто, зачем, как и почему. Может быть, я даже вставил эти фрагменты, но не уверен. И нам разрешили провести вторую тренировку, и она уже будет 21 числа этого месяца. Так, в общем, сегодня за день что сделано? Ну, по крайней мере, из того, что видно, это заклеенные стекла и проемы. Но на самом деле я сегодня делал низ антигравия, он какой-то битумный оказался, не очень зернистый, ну, пойдет. Заклеил люк, переднее стекло еще не заклеил. Завтра по плану доклеить стекло, загрунтовать проемы, перетереть их и готовить очко к покраске. Двери, крылья, обвесы, это уже потом покрашу. Это не так сложно, как сам кузов. Так, тут получается маховик уже виднеется. Тут моя коробочка. А это мой диск сцепления. Я почему-то думал, что у меня органика. Но когда я его покупал, мне сказали, что керамика. Но никто не сказал, что многолепестковое говно джессовское. Вот так вот оно поотваливалось. Это, конечно, жесть. Но оно работало, просто оно воняло, как органика. Я думал, о, органика. По факту вот это дерьмо. В общем, 90-ик уже готов к покраске. Все загрунтовано. В общем, сейчас обливаем кузов в белый. Краску уже замесил. Маску одеваю и полетели. Сейчас следующий кадр, он уже белый. Итак, спустя несколько часов задняя крышка багажника покрашена. Хотя я не планировал красить из-за того, что краска осталась, пришлось покрасить. Вылил 2 литра краски. Кузов 3-4 слоя. Пока еще сохнет. Есть немножко пыльца, но ничего страшного. Для гаражной покраски прям ок. Все уже расклеил. Все, сейчас краска встает. Можно будет собирать проемы, ставить все защиты и красить двери, уже все это тоже подгонять. Сейчас, кстати, хочу поставить на него колеса, которые на нем будут стоять. И уже Марк будет потихонечку преображаться. Так, продолжаем гаражную покраску. Накинул первый слой на бампер. Сегодня еще покрасил 4 двери и пару крыльев. Крылья здесь, двери там. Останется покрасить капот, 2 порога и задний бампер. Остальное все покрашено. Вот так получились расширения глянцевые. Сзади уже прикрутил, чтобы понять, сколько нужно накинуть проставку. Думаю, сантиметра 3-4 где-то. И будет нормально. Колеса уже тоже подкинул. Скорее всего, будут стоять вот эти. Это китайская реплика ворков. В общем, дело осталось за малым. Чуть-чуть поднажать и будет готов. Всем привет! Сегодня у нас будет второй этап IDCOL. Подготовили помойки для зрителей. Сейчас ставим палаточку для судей. Вчера нарисовали клипы. Они уже чуть подзатерлись, потому что вчера были тренировки. На старте уже все выложили. Сегодня у нас будет арка Red Bull. И техпарк будет там. Конфигурация будет классическая. Посмотрим, что из этого сегодня получится. Здесь, конечно, ветрено. Попробую подснять. В общем, мы ставим сейчас арку Red Bull. Так вот она выглядит. От генератора надувается. Сейчас у нас будет красивый старт. Вверху палатку уже поставили, конуса выставили. В принципе, скоро проведем брифинг и начнутся уже тренировки. Все участники уже в техпарке. Это все техпарк. Здесь технички стоят. Наверху зрители потихонечку собирают. У нас финал, Игорь и Мороз едет. Все, у нас все закончилось, мы все за собой убрали. Сейчас всех выгоним и закроем Змеинку на ключ. Вот так вот у нас прошли эти гонки. Надеюсь, еще проведем. Сань, да? Еще проведем? Проведем. Последний. Надеюсь. Крайний. Почему третий? Еще четвертый я хочу. Включение из гаража. Вчера провели этап, все прошло отлично, успешно. Сегодня надо заняться вот этим Марком. Он, в принципе, полностью готов, за исключением одного, самого главного. Надо снять коробку и поменять диск сцепления. По внешке его полностью собрал, поставил пороги, прикрепил. Все, осталось только заехать еще на моечку, намыть его, красиво отфотать и полетит на продажу. Развал схождения я на нем сделал, все выставил, все, что можно было. Такой боец получился, на продажу пойдет. С коробкой чуть позже разберемся, поставим диск обычный. Так, ну мы приехали на спот, один знаменитый. Как видите, лежачих полицейских здесь нету. Остался небольшой след от клипа. Вот он здесь.
Ну и вот пока что здесь нет полицейских, но знаки стоят, а это значит, что по-любому их вернут. Кто-то уже проезжал, можно заметить, но не ехал в клип. Сегодня мы не на том стволе, чтобы ехать. Мы просто пока что посмотрим. Возможно, скоро приедем, когда вот эти ребята закончат работу, потому что ездить по такой дороге не очень. Добрался я до Альтезы, буду ставить свои винты, которые я купил с ПАЛ. Они производительные, в прошлом сезоне у меня тачка грелась, были там вопросы по охлаждению. Вот надеюсь, ПАЛ вывезет эту программу. Вот так вот прикинул на диффузор, все подвырезал. Пришлось вот такую вот часть удалить и нарезать новые дырочки. Сейчас все зашкурю аккуратненько и покрашу в черный цвет. Сам себе обещал, что Альтеза выйдет в конце августа, но что-то непонятно, выйдет или нет. В общем, вчера занимался плотно ей. Поставил уже сенсор ЕГТ. Вот теперь он новенький, не обгоревший. Зеленый провод тут будет, ну ладно. Собрал проводку вот так вот, все на гофрах, термоусадкой, чтобы более-менее выглядело это прилично. С этой стороны все то же самое собрал, убрал. Укоротил провод на мывайку. Здесь в гофру проложил, но еще не до конца вот эти два провода надо будет завести в салон. Дальше топливный регулятор у меня будет другой. Я уже, наверное, хвастался. Сейчас покажу, какой будет. А, ну еще вакуумник я поставил большой, потому что тормоза не тормозили. Диффузор я подготовил. Сейчас подниму мотор, сниму балку, быстро ее заварю, распилю, поставлю на место. И можно будет обвязывать мотор, ставить гейт, радиатор, интеркулер. Все-все-все вот это можно будет собирать. И останется только прокинуть косу. Коса сейчас на доработках. Я ее хочу всю вот так в гофру провести. Она у меня дома, скоро ее соберу. В принципе, останется только завести. Надеюсь, к концу августа я выйду. Сейчас все силы брошены именно на Альтезу. Все проекты в сторону. Полчаса и балка готова. Сейчас все это шлифанем и будем ставить на место. В общем, все, балку установил. Конечно, плохо видно, но теперь поддон имеет расстояние и цепляться не должен. По крайней мере, у меня было намного меньше и не цеплялось. Это подушки стоят усиленные, они не дают мотору двигаться ни назад, ни вбок. Там минимальный люфт. В общем, сейчас собираю и начинаю обвязывать. Ставить буду гейт и всякую фигню по мелочи. В общем, винты уже на месте, на базе. Это не самые мощные спалы из этой серии. Я взял поменьше, потому что у них высота определенная. Будет цепляться за шкив, если взять больше. Осталось только переделать фишки. Также поставил гейт, прикрутил. Он уже на месте. Поставил стаб. В общем, осталось теперь все здесь обвязку собирать и накинуть косичку. А, еще поставить кардан. Это моя коробка с чайзера. Ее пересобрали, подсобрали. Поменяли мы муфту. Поменяли подшипник, шайбу, посмотрели на состояние коробки, в принципе нормально, еще походит. На чайзере должно долго побегать. В чайзере у меня стоит сотая коробка. Сейчас я ее буду собирать, поменял сальник хвостовика. Собирать буду на черном герметике Don Deal. Вообще здесь по заводу идет красный, но черным тоже можно. Полчаса и коробка в собранном виде. Осталось только залить масло и поставить на машину. На кулису сразу поставил свои втулочки алюминиевые. Напоминаю, что они у меня есть в продаже. Актуальная цена на 2021 год 2200. За комплект это верхние две и нижние две. Подушечка у меня здесь почти новая стоит. Вставочка с AGS. Кстати, вставочка дает жесткость для того, чтобы подушка подольше походила, потому что ее разрывает именно когда коробка садится. Советую использовать, стоит не так дорого, ну и свои как бы эффекты отдает на 100%. Здесь мой маховик проточенный уже, сделали подъем миллиметр в стоке 0,5, но так как у меня немножко бэушный диск, решил сделать подъемчик, чтобы компенсировать износ диска. Корзина у нас будет стоять новая, Айсин тоже оригинал, подшипник тоже купил новый, поставлю. В общем, комплект готов к установке, завтра поедем ставить. Собираю Альтезу, потихонечку накинул радик, сейчас подключу фишки еще и буду менять свой топливный регулятор AGS, который у меня стоял. В принципе, он работал, но у меня были потери топлива на верхах из-за либо перегрева самой проводки, перегрева насоса или из-за регулятора. Я решил поменять все сразу, кроме проводки. Проводку сделаю позже, поменял насос и поменяю сейчас регулятор. Этот регулятор пойдет либо в какую-нибудь корчевую тачку, или куда-нибудь продам, не знаю. Еще у него манометр кверх ногами стоит. Стоил он, по-моему, 7000, что-то типа того. Сейчас у меня будет стоять такой вот топливный регулятор Radium. Манометр у него стоит ровненько, как надо. Крепление я перекрутил с AGS-овского, потому что жду, пока придут оригинальные крепления. У поставщика не было креплений и пришлось заказать, вот теперь жду, пока поставлю временно вот так. И еще здесь очень прикольные фитинги, они, короче, поворотные, то есть можно поворачивать, куда вам надо. Фитинг закручен, его просто как хочешь поворачиваешь, и он не ссыт. Единственное, что пришлось купить с AN8 на AN6 переходник, но я думаю, походит, не будет ссать. Сделано очень качественно, регулятор просто топовый, выглядит офигенно круто, и такие регуляторы используют на тачках, где по 800, по 900 сил. Поэтому, думаю, для моего мотора его более чем достаточно. Кстати, вот так стоят винты с ПАЛ, и можно заметить, расстояние здесь немножко увеличилось. Раньше здесь вообще палец даже не пролазил. Поэтому делаем запасы,
небольшие. Но все равно это все не спасет, если удариться мордой, о чем, конечно же, думать не хочется, то здесь все к чертям полетит. Поэтому надо ставить башбар, либо кататься одному. Маслокулер стоит новый, он сейчас не подключен, потому что сейчас нет системы выноса фильтра. Она поставится позже, когда я промывочным маслом промою мотор. Ну все, Альтеза почти готова, кулер уже установлен. На днях доделаю проводку и будет первый пуск. Что, добрался до чайзера, поменял сцепление, поставил трехлепестковый диск Exidy, новую корзину и проточил маховик. Не знаю, как вся эта конструкция походит. Что-то предчувствие у меня хреновое, придется, наверное, снимать и ставить штатный диск. Ну, посмотрим. Заливаем масло 75-90, матюль. Решил на матюле попробовать. Не стал 140-й брать, потому что зимой буду ездить. И думаю, что 40-й греть придется очень много. А 90 прям ок. И все собрали, чайзер поставили на ход. Трехлепестковую керамику проверим, как она в действии. Надеюсь, коробка себя покажет нормально, не будет вылетать. И все это было не зря. Не знаю, может сегодня какой-нибудь поим бахнем, но это не точно. В общем, этот марк, который я собрал и покрасил 90-ик, я решил разыграть. Все это было очень спонтанно, я выложил сторис, типа, разыграть или продать, шучу, продать. И почему-то шучу продать, отрезал Инстаграм, и этого не попало в сторис. И народ подумал на серьезе, что я его хочу разыграть. Все отписались, все говорят, давай, конечно, разыгрывай. Потом я всерьез задумался, может быть, разыграть? Да не, бред какой-то. В итоге, спустя несколько дней и опросов, подогрева интереса, я понял, что тачка разыграется. В общем, сейчас на данный момент продано где-то 450 билетов. Я думаю, до 500 дотянем. Взял вот такой лототрон. Есть вот такие визиточки у нас. Они еще не все здесь. Это чисто просто для теста. Такие вот визитки, Make Drift и машинка нарисована. Здесь присвоены номера людям. И вот это все будет дело крутиться и выбираться мной на Змеинке завтра. А сегодня мы поедем на тренировку на чайзере. Сейчас покажу, что я сделал с чайзером. Отрезал бочку, которая у меня стояла, и поставил регу со 110-ка. Сняли ее со 110-ка, потому что она была затычная, внутри стояла такая флейта и не давала выходить газом. Поэтому на ней не смогли настроить ланч. Внутри газом распилили флейту, и теперь она просто прямая. Конечно, паха ей дал просраться, ее все отпесочило, помяло. Ну, лучше, чем которая стояла у меня. Выглядит достойно. Напомню, стояла у меня вот такая вот шляпа. Она тоже нормальная, но такое, не очень. По звуку, по-моему, даже не изменилось. Ну что, просили анбордов? Вот вам анборды. Тестим новую коробочку на рациях. Пожалуйста, капоты покупаешь дорогобаксовые, они вылетают с тебя. Чуть-чуть анбордов поснимал, надеюсь, что-то интересное получилось. По коробке все ок? Все втыкается, все работает. Надо сцепу прикатать, а не долбить сразу сходу, как я это сделал. Ну а так вроде норм. Посмотрите, какие виды. День X настал, будем разыгрывать сегодня марк. Сейчас приехал на мойку, его помоем потихой. Он, в принципе, не грязный, немножко пыльный, просто стояла машина два дня, поэтому чуть подпылился. Просто 500 может не поместиться, реально. Да не, я думаю, мы справимся вдвоем. Чтоб народ видел. Сейчас третий встанет, видно не будет. Вдруг ты там с кармана начнешь подсыпать. Или там... Короче, розыгрыш в полном разгаре. Сейчас мы будем крутить финал. У нас есть три призовых места. Ручник, 10 тысяч и машина. Давайте, на 10 тысяч пошел первый билетик. Не смотрю. Так, у нас есть победитель. И это... 306. Я так понимаю, 306 здесь нету. Все, крутим сейчас на ручник.
на Деколаб, как хотели. Финал близок, финал близок. 552. Кстати, билетики где-то здесь, а вот он. Ему, кстати, надо, у него, по-моему, крутая тачка, да? Стейджа? ГТР стоит. А, ГТР стоит. Ты вчера хотел покататься, да? Держи, да. Это твой билетик, победитель. Доказать надо там? Показать. Показать надо, конечно. Снимай победителя. Если что, куплю. Ты что? Вот, смотри. 552. Вот. Победитель честный. Я на стейджу поставлю. Надо, правильно. Все, я пошел. Вручаем ему. Спасибо. 167 сейчас будем звонить ему. Сейчас. 167, кто у нас? Посмотри по списку. 167. Михаил. Михаил, 26-38. Я вообще не ожидал, что выиграю, но повезло. А ты сам вообще откуда? Хабаровск. С Хабаровска. Как машину забирать будешь? Сам я поедешь? Сам приеду, да. Все, понял. Ты сейчас, смотрю, в 90-ке, походу, тоже доедешь. Нет, нет. Тот 90-ки без люка. Все, понял. Ну, короче, смотри. Машина твоя у меня. Вот. Все здесь ребята, все присутствовали, все видели, все по-честному. Вот. Когда приедешь, выйдешь на связь и заберешь, он будет стоять на стоянке, ждать тебя. Документы тоже будут у меня. Спасибо за участие. Да, спасибо. Все, давай, счастливо. Давай. Короче, провели розыгрыш и сейчас катаемся на тренировке. Сегодня до 9, народу куча. Следующий день, еду на сминку вручать Марка, пацаны уже там, приехали с Хабаровска. Сейчас мы их подснимем, спросим, как вообще у них впечатление от розыгрыша. Снимай сразу. Да. Привет. Привет. Ты победитель, да? Да. Поздравляю, пацаны. Спасибо. Привет. Ну ты расскажи вообще, как твои впечатления от розыгрыша? Просто народ типа спрашивает, блин, что-то плохо перемешал. Я, блин, засовываю руку в этот. Я все равно рандомно достаю. Да, что... Я все равно рандомно достаю. Ну, понятно, что они да. Как бы не перемешивают. Я просто смотрю переписку, да, там пишут, типа, вот там. Ну, немного писал, на самом деле, в основном все. Да, довольны. Просто я понял, что тут, в принципе, надеяться ни на что не на, надо. На удачу, повезет, просто удача не повезет. Да. Вот я два билета взял, один прошел в тур. Вот, ну да, первый, второй. До 280, а второй не прошел. Ну, блин. Ну, думаю, ну уже неплохо, чем. Уже ну, неплохо. Да, я смотрю уже, и 167 ну, там, конечно. Давай. Надо привыкать. Нормально, да? Надо привыкать. Для первого раза нормально. Да, конечно, для первого раза нормально. Тем более на такой резине, я вообще не знаю, я думал, ты не поедешь. Ну, типа, сложно, понимаешь? Это, типа, тебе не 235-й триангл там. Ёлка. Что думаете, как ехать или не ехать? Да мы сейчас на стоянку поставим. И потом заберете? Нет, ну да, там, типа, в автоочереди заберу. Ага. Подумаем до вечера. Ну, посмотрим, хорошо. Что, как... Можешь продать кому-то? Нет, давай, пока вряд ли. Пока вряд ли. А там дальше посмотрим. Хабаровск, точно. Марк поехал новым владельцем.